Друзья, вкуснейшие блинчики из кабачка и чашечка ароматного кофе создадут настроение на весь день. 400 грамм кабачка натереть на крупной терке. Нарезать одну луковицу. Зелень по вкусу. У меня базилик. 2 яйца. Солим, перчим. 3 столовых ложки подсолнечного масла. Все перебиваем с помощью блендера. 4 столовых ложки муки сверху. Тесто должно получиться чуть жиже, чем на оладьи. При выпекании на сковороду масло уже добавлять не нужно, оно у нас в тесте. Блинчики легко переворачиваются. А теперь готовим начинку. 100 грамм творога и еще натираем 100 грамм моцареллы. Зелень по вкусу, у меня укроп, столовая ложка майонеза. Намазываем на блинчик, разрезаем. Вуаля! Все готово. Разрезанных блинчиков получается 12 штук. Всем хорошего настроения и удачного дня!